Коли у якості улюбленця у вас з'являється кінь, постає безліч питань з догляду. На деякі ми сьогодні відповімо за допомогою нашого експерта Марії, яка уважно ставиться до всіх коників на стайні. Скребки, щітки та гребінці сьогодні в полі нашої уваги. Вот средства ухода за лошадью. У нас есть щетки, специально предназначенные для лошадей. Они достаточно жесткие, но есть и мягкие тоже есть. То есть сначала, подходя к лошади, мы ее чистим вот такой вот резиновой скребницей. Это тоже скребница, тоже она пластмассовая, ее тоже можно чистить. Она хорошо снимает заклейки, в общем, всю грязь. Если на лошади что-то есть, вот этой щеткой мы проходим в первую очередь. Дальше, после того, как мы это все подняли, вспушили волосы, выбили всю пыль наверху, мы проходимся массажной щеткой. Она, наверное, для всех. И для собак тоже есть что-то подобное, но для лошадей именно такая. Она очень удобно одевается на руку. И вот мы начинаем с шеи по всему корпусу. Справа-слева мы проходим массажной щеткой. После массажки мы приводим шерсть в порядок. Мы ее прилизываем, скажем так, мягкими щетками. Мы ее прилизываем, и еще такой момент. Когда мы прилизываем мягкой щеткой, на щетке остается пыль. И мы об эту же скребницу эту пыль вытираем. То есть, если вот показать, посмотреть, то через буквально 5 раз, когда щетка проходит об скребницу, скребница будет грязная, там будет пыль. Она выбивается, и все повторяется заново. То есть, таких подходов к лошади должно быть, ну, наверное, раз 30 с одной стороны. Щеточкой об скребницу раз 30, вот, чтобы лошадь была чистая. Найбільше коням підходять щіточки із натуральних матеріалів, з натуральним ворсом чи волоссям. Вот у нас є така дуже раритетна самодільна щітка, вона найкраща у нас, вона краще всього чистить. Зроблена із гриви, хвостів, в общем, все, що можна, сюди ми зложили. Дальше. Хвост и гриву мы чешем жесткой щеткой, не расческой. Щетка тоже вытягивает волосы, но не настолько быстро и не так много, как расческа. То есть, если мы будем чесать лошадь расческой, у нас за 3 таких расчесывания лошадь станет лысая. А хвост растет долго, и поэтому лысая лошадь с лысым хвостом будет выглядеть, ну, как бы, не очень красиво. Поэтому мы гриву и хвост расчесываем жесткой щеткой. Тут такая вот щетина, как проволока, как леска, и она достаточно хорошо вычесывает. Особливого догляду потребують ніжки коня. Ось це спеціальний гачок для копит, щоб підтримувати їх у належному чистому стані. Копытным крючком мы раскручковываем копыта и, в общем, чистим их. Копыта стоит раскручковывать 2 раза в день. Утром перед выгулом и вечером. Или перед работой. И после работы, смотря какая работа и где была. Если это поля, там могут застревать камни, и все это нужно убрать. Заводя лошадь дневник, это все нужно убрать, чтобы лошади было удобно стоять. Чтобы она там не захромала, и все с ней было хорошо. Зазвичай на усі ці процедури йде десь біля 20 хвилин, залежно від того, як підготовлена людина. У новачка приведення коня до ладу може взяти значно більше часу. Если человек готов, он может быстро почистить лошадь. Если человек не умеет, он 5 раз вспотеет, пока почистит лошадь. В общем, где-то так. Ну, 20 минут где-то чистка занимает. У нас лошади чистятся 2 раза в день. То есть лошадь чистится перед выгулом, перед седловкой. И лошадь чистится вечером на сон. Просто вычесывается там, что ей мешает, заклейки снимаются. И также точно после того, как лошадь подседлается, все равно у нее на спине остаются заклейки после седла, прилипшая шерсть, это все надо убирать. И ее также нужно чистить по высыханию. Вообще 2 раз в день достаточно будет, чтобы ухаживать за шерстью, чтобы лошадь была ухоженная. Тем более это своеобразный массаж, который там открывает поры, и лошадь себя хорошо чувствует. Що ж, як бачите, чищення необхідно не лише для краси коня, а ще й для його здоров'я. Кажуть, у погано вичищеного коня і настрій буде поганим. А якщо робити все до ладу, ваш улюбленець порадує і здоровою шорсткою, і веселим норовом.